Привет, друзья! И видите, что у меня есть? Это не снег, это вата! В этом видео я хочу сделать эксперимент. Слайм из ваты! Ребята, а вы помните этот серебристый слайм? Как я его делала? Кто не видел, я оставлю ссылочку внизу под видео. Он очень крутой. Правда? С него получаются огромные пузыри. Я пробовала. Этим видео и подписаться на канал, если вы не подписаны. Садитесь поудобнее, отложите все свои дела и посмотрите это видео до самого конца. Для этого эксперимента я буду использовать половину слайма. Вату я уже приготовила. Это обычная вата. Я буду добавлять вату по чуть-чуть. Или все добавить, как вы думаете? Все-таки добавлю по чуть-чуть. Перемешиваем. Вот такой у нас слаймик. Как вы думаете, добавить мне еще ваты? Изменит это что-либо? Я, наверное, не буду. Слайм лучше не стал, но проверить мне не терпелось, что будет, если в слайм добавить вату. Он не очень тянется, но все равно тянется. Он очень мало подхрустивает. И он стал плохо кликать. Ребята, не советую вам ложить в слайм вату. Проверку сделала, потому что было очень интересно. Напоминаю, меня зовут Алина, и вы на канале Эллен Стар. Друзья, если вам понравилось это видео, поставьте палец вверх. А если вы подписались на мой канал, спасибо. На самом деле, вы мне очень помогли. Всех люблю.